Яркие прыжки и акробатические этюды. Этих девочек не пугает ни высота, ни сложность исполнения трюков. На церемонии открытия 6-го этапа первенства России по автокроссу чирлидерши выкладываются по полной, разогревая зрителей перед главными виражами. А в это время гонщики уже готовятся к стартам, проверяют готовность своих болидов, ведь многие машины везли в Химки через сотни километров. Дольше всех в Подмосковье ехали ребята из Свердловской области. Возраст участников соревнований от 7 до 16 лет. Всего в соревнованиях принимают участие 53 спортсмена. На параде вы уже видели, из 8 регионов нашей страны. Наш городской округ представляет команда имени русского солдата Евгения Родионова. И вот сигнал, и кортеж из багги выстраивается на старте. Длина болида чуть больше метра, а вот гонщика чуть меньше. Первыми на старт выходят самые маленькие, им всего 7 лет. Но большинство из них уже имеют опыт соревнований. Это первый твой заезд? Нет. Нет? Ты уже профессионал получается? Да. Ну красавчик, давай кулачок. Все, удачи тебе на гонке. Спасибо. И вот багги скрываются за первым поворотом. Баг от английского слова «жук». Машина была придумана для гонок по пляжам и бездорожью, поэтому имеет широкие колеса, высокий клиренс и максимально облегченную конструкцию. Все части болида крепятся к каркасу из стальной бесшовной трубы. Стекла для машины слишком тяжелые, их функцию выполняет обычная сетка. Участие в ралли-гонках чуть ли не единственный случай, когда родители не ругают ребенка за то, что он пришел домой грязный. И это неудивительно. Трасса – сплошное бездорожье, вираж на вираже. Юные гонщики закладывают багги в поворот на скорости до 50 км в час. А из-под колес впереди идущего перманентно лупит фонтан грязи. Самых маленьких участников в ралли называют микробы, но не из-за возраста, а из-за типа машин – ДЗ «Микро». Их мощность 6 лошадиных сил. С повышением возраста пилота повышается и мощность машины. И все это в целях безопасности. Помогает детям получить навыки управления автомобилем в критической ситуации. Вот если даже для нас, для взрослых, управлять автомобилем вот по такой дороге, вы ее, я думаю, увидите, это очень сложно. А это в детском возрасте у них закладывается в спинной мозг, и это будет потом на будущее, они будут обучать родителей, как нужно правильно ездить за рулем. Автогонки на багги – одни из самых зрелищных. Каждый поворот трассы – это сюжетный поворот, после которого фаворит может остаться в хвосте. Даже самый технологичный болид запросто может поперхнуться грязью и встать колом. Чемпион мира по автомобильному спорту Кирилл Шубин признается, главное для пилота – это характер. В первую очередь дисциплина, морально-волевые качества, твердость характера, стремление к победе, воля. Воля побеждает все. Даже когда все потеряно, то воля – это самое главное, что у пилота может быть. Так силу воли проявил Илья Курганов из химкинской команды. На дистанции он потерял заднее колесо, но не сошел с трассы и финишировал 5-м. Мне надо было доехать в гонку, чтобы попасть в финал. Вот. Потому что если я бы не доехал, мне бы высчитали как сход, и мне это не надо. Но, тем не менее, я доехал и буду стартовать не с последней позиции. Всероссийские соревнования по автомобильному спорту в городском округе проходили впервые. В итоге наши химкинские спортсмены показали хорошие результаты и взяли 2 бронзы. Сервер Бекмамбетов, Вильфред Демковский, Софья Ткаченко, новости Химки ТВ.